Монастырь Святого Павла. Монастырь Святого Павла расположен в юго-восточной части Святой Горы, в ущелье между двумя ручьями недалеко от моря. Его основал в X веке сын византийского императора Михаила I Рангаве Куропалата, святой Павел. В миру святой Павел носил имя Прокопий. Когда престол его отца занял Лев Армянин, то, опасаясь в малолетнем Прокопии будущего соперника, в праве на престол он изувечил его варварским оскоплением. Прокопий получил блестящее образование и, рано оставив мир, ушел на Афон, где принял монашеский постриг под именем Павел. Подвижническая жизнь святого Павла привлекла множество учеников, так и создался монастырь. Император Роман в своем указе об основании монастыря, данного святому Павлу, называет его величайшим философом. В XIV веке монастырь был славянским, а материальную помощь ему оказывал сербский деспот Георгий Бранкович. В 1700 году господарь Валахии Константин Бессараб воздвиг огромную башню, где находятся кельи и церковь. В 1744 году монастырь становится греческим. Монастырь святого Павла построен в виде прямоугольника с высокими укрепленными внешними стенами, в верхней части которых расположены кельи. Величественный 11-угольный храм посвящен празднику Сретения Господня 25 февраля по Григорианскому календарю. Среди монастырских святынь хранятся три иконы Божьей Матери. Одна из них принадлежала царю Феофилу Иконоборцу. В гневе царь бросил икону в огонь, но пламя не спалило ее. Другая икона окружена 28 малыми иконами святых угодников. Ее подарил монастырю император Андроник. В малые иконы вложены части мощей святых, на них изображенных. Здесь хранится и крест с частей дерева честного и животворящего креста Господня, принадлежавший Константину Великому. Этот крест обрамлен 50 миниатюрными иконами святых на золотом поле, написанных на пергаменте и помещенных в углубление на кресте. Есть и малые раскладные иконы похожей работы, по преданию подарок святого Сильвестра, папы Римского, новопросвещенному царю Константину Великому. Дочь сербского деспота Георгия Бранковича, принцесса Мария, супруга султана Мурата II, передала в монастырь на хранение кусочки золота, ладан и смирну, принесенные волхвами в дар богомладенцу Иисусу в Вифлееме. Они были обнаружены в Константинопольской императорской ризнице. По преданию, принцесса Мария намеревалась лично принести эти святыни в монастырь святого Павла. И уже приблизилась к монастырским стенам, когда ей, как ранее царице Плакидии, при приближении к Ватопеду было знамение не нарушать строгого афонского правила, запрещающего женщинам вход в святогорские монастыри. На месте передачи святынь поставлен памятник с изображением этой встречи. Братство монастыря хранит мощи святых Григория Богослова, Максима Исповедника, голову Феодоры Александрийской, мощи преподобного мученика Калиника, святого Василия Великого и других. Кроме соборной церкви, в монастыре еще 5 часовен. Этому монастырю принадлежат скиты Новый и Лак. Монастырь святого Павла когда-то насчитывал 200 монахов. Сегодня их 40, а монастырь занимает 14 место в святогорской иерархии.